Привет, это мой второй видеовлог. И сегодня у нас сейчас разминочка. Разминочка 40 минут. И потом стабилизация. Стабилизационный комплекс, состоящий из 14 упражнений, направленный на укрепление кора, мышц пресса. Да. Сейчас у нас погодка не very весенняя, ну или может весенняя. Снег выпал немножко. Сегодня все с утра начал, как и вот сейчас закончился вроде. Небо ясное. Ясное небо. Прекрасная погода. Вот так холодновато немножечко. Что-то минус 2 говорят. И не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, ставить колокольчик, ждать нового выпуска. Постараюсь выпускать регулярно. Ну что, поехали. Плыви, что-то ты как таракан здесь. Ладно, сейчас отжимания с одной ногой, одну ногу, да? До свидания. Хорошо, оп. Сейчас перекатываю. Всем доброе утро. Сегодня у нас воскресенье. И это день без тренировки. Сейчас я попытаюсь приготовить завтрак, состоящий из овсянки и омлета. Поехали. И я попытаюсь приготовить этот завтрак за 25-30 минут. Если у нас это получится, то это будет неплохо. Я это все делаю за секунду. Поехали. Каша, мы одновременно с этим будем готовить омлет. В принципе, каша готова. Кому как? Какой кому консистенции больше нравится. Мне такая, в принципе, очень даже нравится. Сейчас будем готовить омлет. Так у нас получается. Распределяем сыр по всей площади омлета. Ну и жнем. Пока. Начнет такая корочка появляться.
Время 18 секунд. Ой, 18 минут. Оказалось, все намного быстрее. Вот так. Приятного аппетита. Вот и подошел к концу мой видеоблог. Всем пока.